что ж, мы сегодня узнали, о чем говорит мужчина, которому за 50. Побывали в Батуте, в Царском селе и даже с границы. Вспомнили наш родной Челябинск, Булат, Шаву. Услышали новые опусы. Но теперь остается задать самый такой, наверное, банальный вопрос. Какие песни больше всего нравятся, собственно? Не нравится пока. Я пытаюсь добиться, чтобы вот понравилось что-то. Но меня сподвигла как-то такая история, что вышел альбом «Лучшие песни» называется. Я посмотрел, там, в общем-то, не все лучшие. И даже я понял, что мне они нравятся меньше, чем какие-то другие. Я какие-то другие объединил в альбом, который называется «Не лучшие песни». Вот есть лучшие и есть не лучшие. И это, наверное, хороший рекламный код. Да? Не лучшие песни расходятся лучше. Как-то не следили. Потом это как-то во времени продолжается. Не знаю пока. Пока я в процессе. Олег, вы собирали не раз Кремлевский дворец. У нас аудитория даже больше, чем Кремлевский дворец. Так что наверняка наши слушатели, ваши поклонники хотят услышать ваши главные песни, ваши хиты. Да, я сегодня как раз вспоминал, что когда я написал песню «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались», и как-то везде любил. И потом мы как-то выступали в женской колонии. И вообще очень строго там, знаете, охранница слева, справа. И после окончания песни они говорят: «Можно хлопать». И я когда стал петь эту песню «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались», дошел до этих строчек и сделал вид, что забыл слово. Но здесь можете их вспомнить. Да, надеюсь, что я не забыл бы спеть. Сделайте нам всем, пожалуйста, подарок. Пожалуйста. Мечтами их и песнями мы каждый вдох наполним.